Сегодня хочу показать вам, как мы делаем лестницу. Как видите, здесь у нас уже стоит каркас деревянный, который мы уже почти его установили. Что перед этим мы сделали? Вначале мы четко просчитали ступеньки. Вот, сейчас я вам покажу. Красным фломастером отмечено. Вот здесь, здесь, здесь. И так до самого второго этажа. И тут даже будет две площадки. Одна площадка, вот. Мы установили швеллер, чтобы площадка жестко держалась. Вот один и второй, чуть выше. И таким образом у нас четко все рассчитано. Как мы установили этот деревянный каркас? Что он, благодаря чему, жестко стоит. Мы взяли перфоратор, просверлили дыры. Сейчас вам покажу. Вот один, второй, третий, четвертый. Так полностью вдоль ступенек. И затем мы собрали опалубку, и на этих арматурах мы их установили. Благодаря этому имеет жесткость, то есть он никуда не поднимается, не опускается, четко лежит на арматуре. И после чего также установили вот деревянную распорку, чтобы она у нас была, стояла ровно. И дальше я вам покажу, как она будет полностью, эта лестница, собрана. Мы уже закончили армирование, полностью установили опалубку до самого второго этажа. Вот как вы видите, конструкция собрана и проармирована. Здесь вы видите прикрученные рейки ступенек. Вот стенки прикручены и хорошо зафиксированы к опалубке. И таким образом она очень мощно держится, как при залитии. Также мы постелили рубероид, чтобы когда будем демонтировать опалубку, было легко снять от бетона. После чего проармировали, кинули арматуру через каждые 10 сантиметров. И потом мы их повязали и поварили. И вот так полностью до самого второго этажа. У нас получается 3 площадки будет. В прошлый раз я говорил, что 2, но у нас тут 3 площадки. Вот самая верхняя, потом чуть-чуть ниже. И вот это вот еще одна площадка, третья. Опалубку мы зафиксировали очень надежно. В каждом месте мы установили подпорки. Как вы видите, вот сейчас покажу поближе. И у нас щиты тогда, каркас очень хорошо, надежно установлен. И также показывал вам арматуры, где стенки они присверлены, на которых лежат щиты. Вот так вот у нас выглядит уже готовая к залитию лестница. Сейчас я также вам покажу, как выглядит еще сверху лестница. Я уже на втором этаже, и лестница сверху выглядит таким образом. Вон верхняя площадка, швеллер и поваренные арматуры, а также повязаны. Рейки установлены, прикручены к уголкам, а также к опалубке. Вторая площадка точно так же выглядит, швеллер, для того, чтобы площадка была устойчивая.
и пошли ступеньки, потом еще следующая, третья площадка, точно так же швеллер установлен, поварен, повязан и до самого первого этажа. И сегодня мы собираемся заливать бетоном лестничную площадку. Вчера мы полностью разобрали опалубку. Это после залития прошло 3 недели. То есть мы дали возможность бетону взять свою крепость, и после чего мы разобрали опалубку. Хочу вам сейчас показать поближе, как лестница уже выглядит в готовом виде. Здесь у нас лестница, как вы видите, это у нас цокольный этаж, с цокольного на первый этаж, и вот это с первого этажа на второй этаж. Сейчас пройдусь по лестнице и покажу вам еще, как смотрится, выглядит сверху. Вот так лестница смотрится со второго этажа. Все ровно, надежно и красиво. Здесь у нас верхняя площадка, средняя площадка и нижняя. На этом я буду заканчивать видео. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. И до новой встречи!